первые проталины. И уже с утра ходит Март без валенок, гордый, как всегда. Есть работа важная у него сейчас. Он забор мой саженный красит битый час. А потом старательно, с чувством от души, приубрать Март-батенька улочки решил. И натрет, как водится, луж зеркальных гладь. Пусть сияет, светится, радость, благодать. Друзья, посмотрите за окно. На улице весна, небо синее, воздух прозрачный, а на душе радостно. Вот-вот и зазвучат ручьи, звонко запоют песни, птицы, и распустятся первые листочки. А что же у нас? А у нас остались еще зимние дела. Сегодня, по итогам виртуального голосования, которое проходило на сайте Новосибирской областной юношеской библиотеки, мы объявим стихотворение зимы 2021 года по версии Наю. И сегодня у нас в гостях Дед Мороз! Здравствуйте, а вот и я! Но прежде чем перейти к объявлению победителя, я бы хотел поздравить всех женщин, а в особенности сотрудниц отдела художественной литературы юношеской библиотеки, с замечательным праздником! Итак, друзья, я держу в руках протокол голосования. И стихотворением зимы 2021 года по версии Новосибирской областной юношеской библиотеки становится «Зимняя любовь» Роберта Рождественского. Помните? Слишком холодно на дворе, зря любовь пришла в декабре. У любви зимой короткий век, тихо падает на землю снег. Снег на улицах, снег в лесах, и в словах твоих, и в глазах. У любви зимой короткий век, тихо падает на землю снег. А мы продолжаем. Среди участников лирического чойса «Опять-опять снега», угадавших стихотворение победителя, мы, как и обещали, проводим тотализатор. На кону сертификат на 1000 рублей от книжного магазина. А кто возьмет джекпот, узнаем прямо сейчас. Так, посмотрим, что у нас внутри. А внутри у нас подарки для победителей. Становится первым победителем Клавдия. Номер заканчивается на 52-26. Вы обладатель нашего главного приза сертификата в книжный магазин. Уважаемые читатели, более подробно об итогах виртуального лирического чойса «Опять-опять снега» вы можете узнать на сайте нашей библиотеки. А пока, до свидания!